Всем привет, это Among Us, и я для тебя выбрал две сочнейших катки. В первой мне предстоит включить свой мозг на максималке, ведь это была самая нервная катка. Мне нужно было реально стать психологом. А во второй я в паре с Данилом буду, в общем-то, предателем. Это получились две интереснейших катки. Заряжай лайки, заваривай чаек и погнали. Так, мы начинаем, и наша главная задача остается прежней, узнать, кто же здесь единственный такой вот замечательный человек, который готов на предать, готов воткнуть нам нож в спину и сказать: ребята, аливидерчи, мы с вами никуда не отправляемся, идите-ка вы нахрен. В общем-то, такова задача. Свет уже сразу вырубили, мы ориентируемся в темноте, ни хрена не понимаем, и нажимать кнопку, окей? Гизари убили! Ой. Что? Уже сразу? А, подожди, ты по пульсометру увидел? Стоп, да, за Дизари, по-моему, за Дизари Кванту, по-моему, ходил. Я пошел вниз на спад. Я вообще один бегал, я никого не видел с собой. Вы понимаете, меня забать по кому-то шмалять начать вообще ничего не стоит. Вы сказали Квантум, и все, я готов по нему уже шмалять. Давайте мы не будем, давайте мы просто выслушаем. Нет, стойте. Дизари пошел прямо. Это тупо. Это тупо. Это Квантум. Или Кратус. Звучит так, как будто бы это реально Кратус, он закинет инфузию на меня. Хорошо, или кто-то еще пошел. Это балаган, вы просто выкинете человека, просто сейчас невинного. Ты же прекрасно знаешь, Антон, что можно по пещерам гонять. Лифе это Квантум. Ну подожди, да, я тоже не понял, к чему ты сразу же спросил про пульсометр. Бля, не могу, пацаны, вы меня забайдили. Я за Кратуса голосую, после того, если это не я скипаю, потому что это балаган вообще не перекрыт. Я не могу, я скипаю, пацаны, не могу, мне больно просто. Нет, да ну это... потому что нет доводов у нас. Доводов не было, вы зачем кикаете? Не, ну... На Данила похоже, согласен. Я боюсь. Нету доводов, пацаны сразу кричат, при первой же кнопку жмут, все, это он. Это вообще просто какая-то дичь. Я считаю, это непрофессионально, но это неправильно, я считаю, да? То есть какое доказательство вообще может быть? Так, давайте пройдем исследовательский центр вот здесь. Посмотрим, что здесь у нас. Кто-то есть, может? Как он? Здесь он не появится, здесь никаких лючков нету, никаких пещерок здесь нету, все хорошо. Пробегаем, выходим отсюда, великодушно, и начинаем выполнять задание. Давай, комната, быстрее, работай, пожалуйста, выходим. Здесь никого, окей. В лаборатории, опа! Если там сейчас труп, то мне кобзда, потому что я вышел оттуда, и все это видели. Все это видели, и это я единственный, кто вышел оттуда. А, блин, тупая игра вообще, а. Так, ладно, задание выполнено. У нас что? Сейсмические стабилизаторы. Я уже около них, это хорошо. Ждем другого игрока. Ну кто? Кто прибежит? Иди туда, Квантум. Придурок, что ли? А нахрена ты сюда прибежал, если я там, на той стороне был? Че, прикалываешься? Так, интересно. А он не нажимает, он там был! Это Квантум! Это Квантум, подожди. Он был там. Он был там. На сейсмоактиваторе. Нужно идти смотреть срочно. Он был на сейсмоактиваторе. Его здесь нет. Куда он ушел? Он далеко бы все равно не ушел, ребята. Понимаете? Ладно, похрен, выполню задание пока. У меня есть подозрение на Квантума. Какие-то сложные лабиринты, я вам скажу. Обычно попроще здесь они. Вот так вот, если честно. Заходим сюда. Вы сами помните, как я бежал к сейсмоактиваторам? Прибежал Квантум. Я, в общем-то, все, что сделал, пошел на другую вышку. Но на той вышке мне никто не нажимал на кнопку. Очень долго тупил. Кто был на сейсмоактиваторе? Мне нужно будет спросить и узнать. Так, а что мне двери позакрывали здесь? Алло. Вы что, прикололись? Ребята, нахрен вы мне двери закрыли? Надо было сидеть дальше, потому что меня сейчас грохнут здесь, если я буду ходить в темноте, но ее починили, эту темноту. Так, оттуда выбежал Квантум и Люфи. Окей, но Квантум вроде выполняет, а вроде нет. Вот я реально не понимаю. Действительно. Выполняет он или нет задание? Что он делает? Бегает и все. Но я что-то слишком придрался на самом деле к нему. Только лишь одно подозрение у меня на него. Так неправильно. Нужно еще кого-то заподозрить, чтобы выбрать самого такого, так скажем, неприятного нам человека на сегодня. Пока меня не грохнул он, да, этот человек. Вот они пробежали, Квантум и зеленый слева. Перезагрузка требуется. А что, в смысле? В смысле, нам требуется перезагрузка? Роутер. Алло, роутер.
Ладно, пойду к сейсмоактиваторам, посмотрим на них. А, в общем-то, кто-то у нас есть по-любому уже. Мы заодно почекаем, кто их выполняет, эти задания на сейсмоактиваторах, а кто нет. Потому что если саботажит Данил, и он же там как бы убегает. Так, Люфи выполнил, окей. Кто был на той стороне? Я не угадал. Я не угадал со стороной, нужно смотреть, кто на той стороне был. Кто здесь? Алло. Ну ясно, он убежал просто опять. Кто этот человек? Теперь мой вопрос потом казенный. Опа. А, нашли Антона. Я нашел Антона, да. Антон. А где, во-первых, ты его нашел? Нашел я Антона. Где он был? Он был, короче, знаешь... А кто со мной первые сейсмоактиваторы выполнил? Справа сверху, короче. Не уходили. Да, справа. Первые сейсмоактиваторы, вот, Данил... Это в лаборатории, где, что ли? Да, обрабатывают тебя. Не хочу ничего говорить, но я подошел и в тот момент, когда ты находишь Антона, на самом деле, конечно. Это подозрительно немножечко, может быть. Не-не-не-не, я на пульсометре посмотрел, его еще, наверное, минуты две назад убили. Но я кнопку нажать можно... не мог, потому что... Тут интересно получается... А заданий сколько осталось? Много у вас? У меня вообще задания. Не осталось почти. У меня три задания осталось всего. У меня три задания осталось. У меня вообще почти не осталось. Давайте скипнем, нихуя нет. Давай попробуем пройти задание. Да стоп, Леха! Я с тобой сейсмоактиватор активировал, ты помнишь? Прикол в том, что Леха меня мог убить раза три. Да, я его не меня продал. Меня мог, кстати, убить и ты тоже. То есть есть смысл верить. Я с тобой, Данил, помнишь, ты на сейсмоактиваторах ждал второго человека? Точнее, я ждал второго... Если я мог бы убить тебя, я тебя видел тысячу раз, я этого не стал делать. Я тоже тебя видел, и ты каждый раз выглядел очень опасно. Хорошо. Тоже это может... А, я молчал все это время! Так смешно со стороны, да. Я молчал все это время, они меня не слышали, мои доводы, я просто молчал! И меня не кикнули, блин! И меня не услышали, ребята, меня не услышали, а я спрашивал вопрос очень важный, а Данил его не услышал. Блин, твою мать, это может быть Данил. Поскольку меня не услышали, я забыл в Дискорде... Он мне сейчас подходит убивать, смотрите. Зашел он, но нет, есть палево. Есть палево, отлично. Квантум. Так, Квантум последний раз забегал туда. Он видел, что я якобы убежал. Давайте почекаем, посмотрим. Посмотрим внимательно. Кто здесь что-то шалит? Кто здесь что шалит? Можем у кнопки бегать, если что. Так, давайте смотреть. Здесь может быть труп уже. Нету никого, да? Так, туда заходить пока не будем. Давайте вот здесь посмотрим, в уголках. Ага, никого. Я понял, в комнате с кнопкой ничего нету. Бежим в хранилище, выполняем задание. Пока что подозреваемых у меня на глазах здесь нету. Вырубили свет, и когда его вырубили... Что мне выгоднее? Конечно же, не бегать на открытой местности и срочно заходить сюда. Вопрос, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ах ты гадкий маленький свин, господи. Я хотел сейчас. Ситуация, я стою в медлаборатории, я сканирую кристаллы. Короче, пацаны, я в прошлой катке. Леха, послушай меня, Леха. Подожди, Леша, послушай его. Я укладываю длинный кристалл черепа. Джохан отключает свет и бахает просто бедолагу. Как так-то? Леха, прими правильное решение. Ты знаешь, Данила. Да, я смотрите, у меня полностью. В прошлой катке, у меня 13... Ну, помнишь, послушайте. Дел, когда мы просто сливали катку... Сейсмоактиватор в прошлой катке. Какой ты? Смотрите, Данил. Ты, паскуда, нафига ты убил его? Сейсмоактиватор, который в первой катке был первым. Я прибежал на него, ждал второго человека, прибежал к Квантум, я побежал на вторую башню, и он ее не выполнял. То есть, и делай вывод. Я сделал вывод, что это ты, потому что не выполнил в первой сейсмоактивации. Красавчик! Да, я починил. Только из-за этого, только потому что ты ее не починил мне. Я починил ее, я ее единственный починил в башне вообще-то. Ты ее не чинил, ты ее не чинил. Я чинил ее. Дорогие друзья, а теперь можно мне сказать, вы какого хуя мне верили, блядь? Пронесло, ребята. Моя чуйка не подвела. Все, слава Господи, Иисусе. Я чинил вообще-то эту башню. Но с задержкой. Ты меня вытеснил с той точки почему-то. У меня всего один вопрос Данилу. Всего один, а что хуило, не прокатило? Да, наконец-то. Я сейчас с Данилом, в общем. Так. Выполняем задание, типа якобы. Мы с Данилом теперь маньяки. Мы с ним маньяки, это все хорошо, как бы. Вопросов к нам не бывает никаких. Мы идем, мы выполняем задание, да, якобы вот здесь. Все, мы стоим, ничего не трогаем. Все, если нас кто-то увидит, мы его, короче, грохнем. Погнали искать кого-нибудь. Да. Пока что мы оставим саботаж, пускай это сделает Данил. Кто там, блядь, заходит, выходит, что-то.
Тут какие-то ножи, какая-то херня. Я иду в лабораторию, якобы тут выполняю задание. Так, нужно подкараулить, ребята. Нужно подкараулить где-нибудь за углом. Погнали, погнали. Нужно караулить, короче, реально. Чтобы нас просто не спалили. Где-нибудь вот здесь. Здесь бегает Данил. Квантум. Так, убили, вреднули и убежали отсюда. Нахрен, все. Отлично. Один килл у нас есть. Паровой котел. Здесь мы типа якобы чем-то занимаемся. Вот, ничего, ничего приметного у нас здесь нету. Кратос тут. Так. Мы, если что, были с Кратосом в паровом котле. Пока никто не заметил вообще ни хрена себе. Вот, интересно получается. Первый килл у меня на счету. Главное, чтобы меня не спалили. Я еще грохнул вреднулю, блин. Она так жаловалась, что ее первый убивают. А, зря я поступил так, вот зря. Конечно, некрасиво, блин. Человека сейчас разозлил, будут на меня гнать теперь всю оставшуюся катку. Опа. Так. А где наш? Вантумец бегал за мной, хоть мне стрёмно было, но... Я, подожди, стоп, он вне подозрения. Ты чё говоришь? Вот как вы любите это делать? Ой, ну давай, я давай. Я нашел труп возле дерева, и я видел, как кто-то выбегал, но я забыл, кто. Где, у какого замечательная дерева? Инфа, блядь! У какого дерева? Я не запомнил. Я видел, как... Бля, охрененно, на этой карте еще есть деревья? Я понял, это не медалист, потому что я за медалистом гонял половину катки. И это, если это даже он не мог... Ну я думал, навреднули, но ее зарезали, вреднули в итоге. Ну, Квантумец, слышь, тоже, короче, он... А что, Кратос коричневый? Мне кажется, он Тейтон. Испачкался. Не, я скипу, пока инфы никакой нету. Люди перед смертью, кстати... Ну да, а что еще делать? Кто кого, кто... Подожди. Доверяю только Квантуму. Кто кого в цепочке? Я ни у кого. У меня вреднули была, но ее грохнули. Пошел чинить коммуникационный модуль. Антон, а что ты делал рядом с кнопкой? Ну вот там вот в соседней комнате. Какое задание? Какой кнопкой? Ну вот комната с кнопкой и соседняя. Этот... Мьютимся. Так, отлично, отлично. Пока нас с Данилом не спалили, у нас есть все шансы вытащить эту игру. Погнали. Погнали за чуваками. Вон, в общем-то, здесь у нас Руди есть. У нас пока что, в общем-то, кулдаун не сработал, мы его не сможем убить. Будем, короче, ходить выполнять задание. Так, бежим все за сейсмо этой херней. Бежим, 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 бежим с Руди. Делаем. Якобы делаем, все. Ожидаем второго человека. А хочу, где второй человек-то? Где второй человек? Я хочу, типа, якобы я делаю. Вы что, прикалываетесь? Почему нету второго человека? Кто второй был? Кто второй был? Нужно как бы, типа, не гнать на человека, типа, якобы, да? Это Би и Вайтили, наверное, скорее всего, были. Так, у меня задание вот здесь. Я выполняю здесь, короче, задание якобы. Никто меня не трогает. Так, мы можем устроить саботаж, да? Хранилище, электричество. Давайте электричество отрубим нахрен. Нужно, в общем-то, это... Отрубать было электричество. Сейчас мы в отсутствие света порежем кого-нибудь нахрен. Так, 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 так. Идем чинить свет, идем, 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 идем. Это что такое, бля? Что мне с этим делать? Так, да, короче, Би зарезали, он свет чинил. Кто был последний раз у света? Я видел белого последний раз. Я не бежал в ту сторону. Я на камерах сидел. Да, я знаю, где свет, но я сейчас вместе с Вайтили был в кишке. Да, мы справа снизу были вместе с ним. Он что-то момент смог меня грохнуть, а я его... Я был на камерах, вы были в кишке. Подожди, я видел медалиста, я видел Вайтили, я видел Руди. Я не видел Такса, я думаю, что это саморепорт. Ребят, 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 ребят. Как в смысле саморепорт? Когда у нас, короче... Ну ты убил, и ты зарепортил. А, так можно? Когда у нас, короче, реактор был, я один на левую часть пошел, все стояли возле правой. Делайте так. Нет, я
лежал, короче, снизу вверх, получается. Я вот сюда с антенной. Где, кто за Антона может ручаться? Кто может скинуть голос за Антона? Я только Руди. Я его даже не видел сегодня. Ну, Антон, слышь, в прошлый раз он сказал правильное задание. Я Вайтили. Я не верю Таксу. Я не верю Таксу, пацаны. Давай начнем с этого. А может, ты на меня гонишь, блин? Ну я тебе не верю, я не знаю. Я пропускаю. Все в цепочке, а тебя как бы там нет. Не, я пропущу. Вау, если бы кто-то за Таксу сейчас... В принципе, можно задание выполнять, там здание по фигне осталось. Ну давайте, я все выполнил. Реально, давайте. Вы так долго выполняете. Сука, я если убью медалиста, то это, конечно, будет все. То меня кикнут, но у нас еще в команде есть Данил, он может вытащить катку, но я подыхать не хочу. В этой, как бы, серии мы его трогать не будем. Ага, у меня засверлили соседи сразу же, конечно же. Спасибо великодушное вам. Так, бежим чинить. Бежим чинить. Бежим, 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 бежим. Данил, не убивай, пожалуйста, медалиста, иначе меня все. Меня нахрен огребут. Все, я восстановил сейсмоактивность. Я как бы против саботажа выступил, но тем не менее. Так, я погнал дальше. Я погнал в офисы. Я пока никого не трогаю, я пока ни за кем не наблюдаю. Так, он прибежал сюда. И сдох. Ой, я... олень, господи! Почему? Ты охуел, да я так-то свалил! Ты за него ручался! Квантумет бегал со мной! Он не мог убить, блядь, никого! Значит, так двоих замочил! Как так смог двоих замочить? Нет, он убил меня. Слышь, ну Квантумет бегал за мной, я его боялся, но он в целом жил. Он, блядь, охуенно там извивался. Да забейте, у вас Руди пока что стоял целый раунд. Просто я не хотел тебя убивать, медалист, ты бегаешь за мной, бегаешь. Да я знал, что ты маньячела. Да трахал, а я если убью тебя, то все, на меня все мысли пойдут. Нет, я знал, что это ты, мышь. Я подождал, пока Данил сделал свое дело и все. Дима, ну ты не убедил нас как-то, знал ты, не знал. Блять, это вы. Ну вот, так вот, что, так вот.